Книга «Открытым оком», том 8, тема «Политика», вопрос 2137. Много говорят, и притом по-разному, что политика и вера несовместимы. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Святые в житиях, как и в Библии, активно вмешивались в события, будь то на родине или за рубежом. Мы не можем быть безразличными, когда дело касается спасения людей. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 2 стихи, цитата. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Политика и вера нераздельны были всегда, если же когда разделялись, то только по трусости верующих. Другой причины никогда не было. Житие преподобного иеринарха Затворника Ростовского. День памяти, 13 января по старому стилю. Кавычки открыты. «А я иду в Москву к царю просить себе земли. Там у меня в Москве столько будет видимых и невидимых бесов, что едва можно будет поставить хмелевые тычки. Но всех их изгонит свою силою Святая Троица». Кавычки закрыты. Так говорил блаженный Иоанн о предстоявшей кончине своей и о нашествии на Москву Литвы.